Скольких жизней еще вы лишите? Озверел человеческий вид. Каждый первый садист с колыбели. Кем сегодня живот ваш набит? Вы на ужин кого нынче съели? Безобидных придумали слов и себе с удовольствием врете. Вы не мертвых едите коров, а говяжью котлету жуете. Жалко вам и собак, и котов, если те оказались без дома. Но когда уплетаете плов, чувство жалости вам незнакомо. Вы не видите трупы и кровь на прилавках мясного отдела. Ваша псевдо к животным любовь не мешает скупать части тела. Что кого-то растят на убой, это норма для вас, а не зверство. А хотели б стать чьей-то едой, чтоб в загоне держали вас с детства? Сколько можно потворствовать злу, поощряя убийство животных? Как, подсев на мясную иглу, продолжаете жить беззаботно? Почему ваша совесть молчит? Сколько жизни еще вы лишите? Скоро ль вас наконец озарит? Вы не что-то, кого-то едите.